Приветствую вас, уважаемые друзья и коллеги. Хочу в этом видео поделиться с вами своими секретами по засолке и вяленью рыбы. Я надеюсь, вы видели, как я ее ловил. И теперь пришло время показать, как я ее готовлю. Как видите, первый мой секрет – я рыбу всегда потрошу. Второй мой секрет – я всегда ее разрезаю по хребту и раскладываю в виде книжки. Особенно, когда погода до плюс 12, плюс 15 градусов. Я это специально делаю, чтобы рыба быстро вялилась. Также мой компаньон и напарник по рыбалке Александр, надеюсь, вы его видели в видео, посоветовал мне у рыбы всегда отрезать голову, особенно если рыба больше 500-600 грамм. И да, в этот раз я, друзья, попробовал, и мне очень понравилось. Реально, рыбка за 3-4 дня вот так вот хорошо завялилась. И теперь мои секреты именно по самому засолу. Я всегда, когда засаливаю рыбу, добавляю в рассол сахар. То есть, если рыбка примерно 500, 600, 700 грамм, на одну рыбу я затрачиваю 3 ложки соли и 1 ложку сахара. После этого добавляю молотый лавровый лист и все убираю в холодильник на 2 суток. Через 2 суток промываю в холодной воде, примерно час в холодной воде вымачиваю в кастрюле, дам рыбе стечь, немножко удаляю влагу, ложу на газету и где-то часа через 3 вывешиваю в сушилку на балконе. И рыбка очень хорошо, как видите, приготовилась и стала вяленой. Но если подержать 5-6 дней, то она будет вообще сухой. Но я вот именно люблю, когда она еще немного мягкая. Поэтому за 3-4 суток рыбка вот такая вот становится. Надеюсь, друзья, вы воспользуетесь моими советами, секретами, и вам рыбка понравится. А еще, друзья, если я хочу острую рыбу, перед тем, как вывешивать ее на балкон, я посыпаю вот с этой стороны, посыпаю острыми приправами. И хочу вам сказать, вкус просто восхитительный, особенно для тех, кто любит острую пищу. На этом, друзья, буду видео заканчивать. Всех благ вам и вашим близким. Ни хвоста, ни чешуи на рыбалке. До новых встреч!